Долгожданное лето в эти выходные встречали в Бендерской крепости. 1 июня прошел фестиваль «Краски лета» в День защиты детей. Основными героями торжества стали самые маленькие приднестровцы. Начался праздник с яркого костюмированного шествия. Фестивали в парке Александра Невского проходят почти каждые выходные. Но чтобы главными на этом празднике стали именно дети, это впервые. Международный, республиканский, городской, семейный и для кого-то персональный праздник. Взрослые в этот день обязаны дарить подарки, покупать вкусняшки, развлекать и всячески ублажать любимых чад. Ведь они этого заслужили, особенно после напряженного учебного года. Сегодня самый замечательный праздник в мире, ведь сегодня День защиты детей. Я очень рад тому, что меня пригласили. Тут будет очень весело, мы будем выступать, веселиться, играть с детишками, а еще очень много будет танцев и много эмоций. Я надеюсь, всем понравится. Я Фея Стелла из мультика «Винкс». Сегодня пришла поздравить детей с праздником, День защиты детей. Пожелать им расти большими, слушаться родителей. И никогда их не подводить. Поздравляем всех детей! Это их праздник, их у нас много, они как бы цветы жизни. С праздничного шествия под музыку Бендерского муниципального оркестра начинается торжество. В колонне множество творческих коллективов города и республики, мультяшных героев и гостей разного возраста, для которых 1 июня тоже праздник. Приднестровья с замечательным праздником. В первую очередь желаем им здоровья, положительных эмоций. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их будущее. Желаем в этот день всем взрослым помнить, что мы также были детьми в свое время. И сделать так, чтобы детство было счастливым. С праздником! Итак, да здравствуют каникулы! Впереди 90 дней раздолья для учащихся. Яркое начало лета полезно отметить всем. Наконец-то наступили каникулы. Можно отдохнуть от школы, поиграть, погулять с друзьями. Меня поздравили родители с праздником, чтобы я рос здоровым, чтобы я не болел. И мы сейчас съедем, ну, сейчас будем здесь гулять и потом поедем домой отмечать. Мы его планируем ответить весело, чтобы было так, аж запомнилось, и до вечера, чтобы гулять и гулять, так, чтобы было супер зажигательно так. Чтобы запомнилось и чтобы так постоянно было. Ну, вообще, планируем очень классно его провести. Настроение хорошее, погода классная. Вообще супер. Я из первой школы Слободейского района, поселок Красное. Для меня этот праздник – это то, что все дети, они радостные, хорошие, что этот праздник именно для детей, чтобы они могли повеселиться, побегать, попрыгать. Для них это прям свобода. Веселье, лето. Ну, то, что детей защищают, подарили этот праздник. Здесь очень красиво. Первый раз здесь. Я из России. Концертная программа на сцене началась с выхода Белоснежки и ее приятелей гномов. Но, как оказалось, у Белоснежки в качестве группы поддержки есть не только гномы, а множество одаренных друзей, которые до самого вечера развлекали публику. Различные мастер-классы, танцевальный баттл, спортивные состязания и показательные выступления маленьких спортсменов. И, как всегда, немало вкусностей для подкрепления растущего организма. Но не только развлекаться пришли дети в парк Александра Невского. Для шустрых и эрудированных подготовили исторический квест на знание памятников города. Торжества по традиции продлились до самого вечера. Я сегодня очень рад, что наступил летний праздник. Я хочу пожелать всем детям счастья, добра, взаимопонимания и всегда улыбок. Лариса Тарабина, Валерий Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.